В регионе состоялось очередное заседание правительства Ульяновской области. Участники совещания обсудили проекты законов Ульяновской области и проголосовали за внесение необходимых изменений в ряд из них. Первый вопрос. О проекте закона Ульяновской области об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Проектом закона предлагается установить региональный повышающий коэффициент, равный 1,8. Коэффициент действует в Ульяновской области с 2016 года и утверждается ежегодно. Последние два года он составлял 1,74 и не повышался. Этот коэффициент позволяет сгладить разницу налоговой нагрузки между гражданами России и иностранными работниками, а также минимизировать возможности выплаты серых зарплат иностранным гражданам. В целях стабилизации экономической ситуации в регионе правительством Ульяновской области был утвержден план действий, направленный на восстановление экономики и доходов населения. Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10 апреля в Ульяновской области зарегистрировано более 42 тысяч юрлиц индивидуальных предпринимателей. Это на 1000 больше аналогичного периода прошлого года. Мы также приросли и самозанятыми гражданами. На сегодняшний день в Ульяновской области уже больше 27 тысяч граждан зафиксировали свой статус в качестве самозанятых. Также и показывает плановый рост поступления по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения. Что касается индекса промышленного производства, то по итогам трех месяцев он составил 111%. Это выше среднероссийского показателя. В исполнении указа президента Владимира Путина губернатором Алексеем Русских утвержден план осуществления в Ульяновской области научно-технической деятельности в сфере экологического развития и климатических изменений. В план вошли мероприятия по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию ветроэнергетики и лесовосстановлению. В Ульяновской области его реализуют Министерство природы и цикличной экономики и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области. Мы реализуем такие мероприятия, как программа благоустройства родников на территории всех муниципальных образований на 2022 год. Заявлено более 20 родников с общим объемом финансирования более 2 миллионов рублей. В части лесоразведения на сегодняшний день нами активно проводятся мероприятия по лесоразведению на территории всей Ульяновской области. Также на территории Ульяновской области реализуется программа по отслеживанию состояния атмосферного воздуха, работают посты наблюдения. Со всеми муниципальными районами и городскими округами заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на благоустройство родников. Мероприятия плана выполняются в соответствии с установленными сроками. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул Правда ТВ.